Что не ждали, а вот он, третий выпуск ТБН Травел. Минск, блядь, Белораша. Кей, Хуан, и мы начинаем. Итак, я вхожу на территорию Республиканского теннисного центра. И сейчас мы начнем наш обзор. Территория очень большая, поэтому придется ходить много. Let's go. Я переместился на центр, и что мы видим? Сразу тут нас встречают такие четыре лавочки. Не знаю, зачем они здесь расположены. Как по мне, это бессмысленно. Вот. Ну, достаточно красивый интерфейс. Все очень убрано. Клумбы стоят, цветочки. Итак, сейчас мы пройдем немного вправо. Я покажу вам корт. Тут у нас трибуны, два хардовых корта. Достаточно медленные, такие относительно. Вот. Что самое характерное, что стоит линейный судья. Даже на квалификации, ну и обычный, понятно, судья тоже присутствует. Вот, идут парные матчи. Так, если мы посмотрим влево, тут у нас 5 грунтовых кортов. Вот внизу находится судейская, там туалеты, раздевалки. Мы сейчас чуть позже туда вернем. В самом центре расположен стенд с расписанием и сетками. Сейчас я там найду главную личность канала. Леонид Шингизифт из Болгарии прошел квалификацию. И завтра Леонид сразится в первом круге против украинца Урсу Вадима. Поддержите Хуана в комментариях. Левее от стенда находится центральный корт. В данный момент тут разыгрывается матч первого круга. Я переместился в самый конец. Вот центральный корт. Если немного развернуться, то тут мы видим один игровой корт и один тренировочный. Все есть, то есть играй не хочу. Если мы еще чуть-чуть развернемся, то увидим там травяные корты, что просто невероятно, unbelievable. Можно готовиться к Умблдону. Просто Белорусская Федерация Тенниса меня поражает. Все чисто, все убрано, все достаточно хорошо, цивильно. Я хочу здесь отжить. Пацаны, все. Счастливо оставаться. Живите в своей России. До свидания. Arrivederci. Пришло время переместиться в раздевалку. Вон там вдалеке находятся закрытые корты, но я не вижу смысла их показывать, потому что и так хронометраж ролика получается слишком большой. Не обессудьте. Итак, вот так вот у нас выглядит мужская раздевалка. Ничего особенного. Шкафчики. Вот такие вот душевые кабинки и вон там вот унитаз. На этом обзор кортов подошел к концу. Сейчас я покажу, где я питаюсь. Вон в том торговом центре, напротив кортов. Время подкрепиться. Так, заходим в торговый центр «Замок». Вот, и сейчас, если повернуться направо, мы видим здесь... Мы видим обменники, а вот тут «Welcome». Там можно купить карточку телефонную. Всего лишь за 10 рублей. На безлимит на все соцсети еще 5 рублей вы получите себе на счет. Это не реклама, просто инсайт от Хуана. Так, мы заходим в лифт и направляемся в столовую. Поднимаемся на 4 этаж. Столовая папарацци-кветка. На самом деле это ресторан, но как по мне это чистая столовая. Сейчас мы пойдем кушать. Так, заходим, короче, в столовую. Тут есть просто все, что нужно. Тушка, супы, мясо, городинка, блины, салаты, десерты, любые напитки. То есть, как бы, столовая просто обеспечена всем, чаек, там всякие разные булочки. Поэтому сейчас, короче, я наберу и покажу. На обед я себе взял соляночку, салат «Цезарь», гречу с куриной котлеткой, булочкой и компотик. На все у меня вышло 11 белорусских рублей. В переводе на российский это где-то 350. Покушал на славу. Сейчас еду в апартаменты, заказал такси, комфорт плюс. Деньги есть, вышел в основу, можно себе позволить. Хуан поднялся. Селился я на улице Короля, дом 18, подъезд 5, квартира 69. Think about it. Так, заходим в подъезд и поднимаемся на самый последний этаж. Вот наша дверь. Фух, подождите, отдышусь, блин, надо бросать курить. Итак, в общем, я снял супер крутые апартаменты всего лишь за 2129 рублей. На мой взгляд, все, что нужно, все здесь есть. Хороший диванчик, телевизор, освещение, кондиционер.
есть кухня, микроволновка, кофемашина, чайник, то есть тут можно приготовить покупку. И что самое крутое, это уютная, шикарная, мягкая, удобная кровать. Сегодня я тут точно замучу что-нибудь интересненькое. Входим в туалет. Смотрите, как тут свечки. Ну, просто тут должна ко мне приехать одна барышня. Вот, я подготовился уже. Шикарная джакузи, туалет удобный, шампунь. Вот, для объема и густых волос. Все, что мне нужно. Вот так вот я выгляжу. Всем привет, пацаны. Подписываемся, ставим лайки. Хуан в деле, Хуан работает.